Что делать, если борьба в стойке – твое слабое место? Желает оставлять лучшего. Это ахилловая пята у меня. А твой соперник – универсальный боец, который недавно одержал 3 победы подряд нокаутом. Ну там болевые были, удушающие и с ударком. Каковы шансы на победу при таком раскладе, вы узнаете из 4-й серии проекта «СПБ Fighters. Кость в кость». Jumbozy on the line. That's for the fighter. Ghost, ghost. Like my mama. Are you ready? Ghost, ghost. Последний рубеж. Там, где легко камень, ты пробьешь эту брешь. Не отступать и не сдаваться, вот твой завет. Если ты вошел в ринг, то назад дороги нет. Ghost, ghost. Сжимай капу крепче. Кулаки повыше, но от этого не станет легче. Не стоит сдерживать удары, лучше бей. Ghost, ghost. Все сильней, сильней, сильней. Мы вплотную подобрались к полуфиналу 5-го сезона «СПБ Fighters. Кость в кость». Позади уже 3 боя, по результатам которых проект покинули Данила Приказа, Давырбек Исаков и один из самых сильных ударников шоу Роман Магомедов. Его бой с молодым грэпплером Мухаммедом Берхамовым длился всего пару минут. Мухаммед все сделал грамотно. Выцепил руку, перевел в квартер и сделал болячку. Все, бой закончился. Что же касается двух первых боев, то они получили высокие оценки как зрителей, так и экспертов. В первом поединке спортсмены устроили настоящую сечу. Отличный был бой. В лучших традициях ММА. Ударка была такая жесткая, хлесткая. Парни подрались. Прямо подрались, и все это было красиво, изящно. А участники следующего поединка сражались почти в полной тишине. Бой был настолько напряженным, что никто из зрителей не мог произнести ни слова. Очень хороший бой показали, такой очень упорный. Наверное, я бы его поставил как лучший бой этого вечера. Показать еще более зрелищный, чем предыдущий бой. Такую задачу поставил перед участником последнего четвертьфинала Дмитрием Гадынским его тренер. Пусть даже это будет и проигрыш, но это будет очень красивый проигрыш. Однако для этого Диме в первую очередь придется победить самого себя. Несмотря на отличные физические данные и хорошие отзывы экспертов, он обладает одним значительным минусом. Он такой мягкий человек, где-то он надо бы зарубиться, пожестче поработать, а он не может себя иногда заставить ударить человека. Даже в спарринге. Больше работаю вторым номером, больше пассивничаю. Все этот турнир хотели провести в основном на работе первого номера и экспериментировать ведением боя. А ведь соперником Дмитрия станет боец, получивший за свой стиль ведения боя прозвище «Нокаутер». Михаил Козлетинов является чемпионом Москвы по рукопашному бою. Свое прозвище он заработал после успешного выступления на турнире по ММА «Стальной кулак». Было 3 боя у меня в один день. Все 3 боя выиграл нокаутом. Ну там болевые были, удушающие и с ударки. Третий бой. Судя по такому результату, у Михаила, помимо мощного удара, все хорошо и с функциональной подготовкой. Работает Михаил и над борцовской техникой. Всего понемногу. У нас тренер все дает. И универсально, да. Это борьбу, ударку, все вместе. Однако по результатам мастер-класса с Александром Большаковым выяснилось, что и у этого бойца есть слабые места. Хороший спортсмен, высокий, но тоже размашист. И с защитой дела обстоят не очень. Итак, нас ждет еще один интересный и непредсказуемый бой. Сможет ли Дмитрий Гадынский победить себя и показать по-настоящему красивый бой? Или победа достанется привыкшему нокаутировать своих соперников Михаилу Козлетинову? Напомним, что на кону у обоих участников спортивная карьера. Ведь в этот раз за турниром наблюдают представители ведущих российских лиг и команд ММА. Все-таки мы выполняем здесь еще и определенную социальную нагрузку. Мы этим вот молодым ребятам, которые пробились через сито, мы выводим их на следующий уровень. Я смотрю всегда вот этих молодых талантов, отмечаю для себя. И у меня были уже случаи неоднократно, когда люди буквально попав, так сказать, как бы мне на карандаш, через бой два уже, в М1 имели шанс дебютировать.
Так кто же из этих двух бойцов попадет на карандаш наших экспертов и пройдет в полуфинал шоу? Об этом вы узнаете после рекламного блока наших партнеров. Я тренируюсь и побеждаю в экипировке Fight Point. Мы вызываем участников четвертого четвертьфинального поединка. И в синий угол приглашается Дмитрий Гадынский. Город Санкт-Петербург. Рост 185 сантиметров. Профессиональный рекорд 1-0. Чемпион России по укадо. Победитель всероссийских турниров по бразильскому джиу-джитсу, финалист Санкт-Петербурга по ММА, финалист Северо-Запада по ММА, клуб «Бастион», Бамишев Fight Team. Его соперник в красном углу ринга Михаил Козлетинов. Рост 184 сантиметра, профессиональный рекорд 3-0. Чемпион Москвы по рукопашному бою 2012. Победитель турнира по ММА на кубок «Стальной кулак» 2013 год. Михаил Козлетинов, город Москва. Ну что ж, оба бойца на ринге, а это значит, что стартовал последний четвертьфинальный бой SPB Fighters кость в кость. Комментировать его для вас будут один из лучших тренеров Петербурга по ММА Анатолий Винтовкин и матчмейкер лиги Mix Fight M1 Александр Шульдяков. Два очень молодых перспективных парня, очень интересных. Невзирая на то, что они очень молоды, за плечами у них уже достаточно поединков и по смешанным единоборствам, и по другим видам спорта. Ты знаешь участников сегодняшних? Ну, Дмитрия Гадынского очень хорошо знаю. Это участник еще первого сезона реалити-шоу «M1 Fighter». Также он бился на чемпионате Санкт-Петербурга по смешанным единоборствам. Как он себя там показал? Стал серебряным призером. Угу. Поехал на первенство Северо-Запада. Там тоже стал серебряным призером. В следующем году мы рассчитываем, что Дмитрий сможет побороться за чемпионские титулы и достойно представлять наш город на чемпионате России. Специализация его? Как ты предполагаешь, он собирается построить поединок? Он прекрасно себя чувствует, как и в партере, так и в стойке. Первым его тренером был его отец, который является великолепным мастером бразильского джиу-джитсу и тренером по этой дисциплине. Потрясающе. А сейчас его тренирует Матвей Перешивайло, бывший кикбоксер, очень хороший, в клубе «Бастион». И поэтому Дмитрий прекрасно себя, я думаю, во всех плоскостях. Да, вот Михаил Козлетинов для меня более загадочная фигура, но у него, как вот наш уважаемый ведущий представил, весьма впечатляющий послужной список на турнире «Стальной кулак», 3 боя, 3 нокаута. Посмотрим. Хорошо, да. Так, сейчас пока идет осторожная разведка боем. Бойцы присматриваются друг к другу. Ну, вот Анатолий, мы сегодня видели и быстрые победы, и полные бои. Посмотрим, да, и было, как... и от гонга до гонга. А ваши прогнозы? Мои прогнозы? Ну, если бы я знал что-то об участниках, какой-то был. Пока вижу, да, идет разведка, люди примеряются, пристреливаются, выбирают дистанцию, смотрят, что будет делать соперник, проверяют. Тоже какие-то первые рекомендации из тренерского угла приходят Матвей Перешивайло, чтобы Дмитрий скорректировал немножко свой стиль. Но пока ни один из бойцов не форсирует темп боя.
Пытается одиночными ударами Михаил достать Дмитрия, но тот очень здорово уходит. Я думаю, что Дмитрий, если так будет продолжать и присматриваться, и поймет, что в стойке лучше с Михаилом не связываться, быстро перейдет в бой в партер. Ну, пока ничего серьезного не произошло. Вот рефери в ринге подбадривает, просит перейти бойцов к более активным действиям. Но они не торопятся. Видно, что у ребят есть опыт за спиной, не форсирует события. Хороший удар в печень прошел. Да, неплохую связочку провел Дмитрий Гадынский. Таким ударом по печени на чемпионате Санкт-Петербурга одного человека он отправил в нокаут. Атака. Неплохой джеб. Вот пока бойцы ищут счастье только в стойке. У кого ударная техника окажется лучше. Вот опять неплохой удар в корпус от Дмитрия. Но, как мы видели по предыдущему бою, может быть и неожиданный переход от боя в стойке в плоскость на полу, в партер. В предыдущий бой два ударника нам продемонстрировали. Как один в одном раунде, так и второй во втором. Ну да, это смешанное единоборство. Победить можно множеством различных способов. Да, многогранность этого спорта, конечно, как раз и привлекает. Ну вот опять свою комбинацию проводит Дмитрий Гадынский. Два удара руками, удар в печень. Михаил уже был готов и сразу додвинулся на дистанцию. Потихонечку Дмитрий начинает пробирать инициативу, забирает центр ринга. Хороший лоу. Тяжелый очень такой, ощутимый. Пока своего эффекта он не принес. Вот какая. Вот, тычок в глаз, ну, неумышленный. Я думаю, что да, неумышленный. Ну, будем надеяться, что быстро удастся Михаилу прийти в себя. Врачебный персонал сделает все, что надо. Не хотелось бы, чтобы такой интересный бой вот из-за какого-то случайного тычка в глаз прервался. Саша, а ты был свидетелем, насколько я знаю, боя в горах Александра Емельяненко против... Ибрагима Магомедова. Там, по-моему, была похожая ситуация, нет? Ну, свидетелем я был по ТВ. Угу. А, ты не присутствовал там? Нет, там я не присутствовал. Удивительно, ты у нас, по-моему, на всех турнирах бессменный матчмейкер. Ну, матчмейкером можно быть и на расстоянии. Не, ну там то же самое имело, также сечка. Специально вот пальцами в глаз очень редко кто тыкает, а тем более бойцы такого уровня, как Александр Емельяненко и Ибрагим Магомедов. Там. К сожалению, вот такие случайности обрывают очень хорошие поединки. Из-за неудачного стечения обстоятельств, ввиду невозможности продолжать бой, победу одержал Дмитрий Гадынский! Вот так вот бывает. Вроде готовился, и, может быть, даже удача была на твоей стороне, но в какой-то момент она отвернулась просто пальцем в глаз. И все, и ты выбываешь. Зато мы знаем теперь всех полуфиналистов, а это значит, что впереди нас наконец-то ждет полуфинал, где мы узнаем имена двух, которые выйдут для того, чтобы выяснить, кто из них лучший уже на Fight Night. И это SPB Fighters 5 сезон «Кость в кость». Мы не прощаемся, мы еще продолжаем. Итак, последний четвертьфинальный бой завершен. Техническим нокаутом ввиду снятия соперника с боя победу одерживает Дмитрий Гадынский. Однако он явно не рад такому раскладу. Ну, очень обидно было то, что ну так получилось. Не хотел, случайно, чисто случайно получилось. Не знаю, буря эмоций не описать, свою вину, так сказать. Насколько искренними можно считать эти слова? Действительно ли этот тычок был случайным? Действие было неумышленное. Это частая проблема, потому что перчатки открыты. И да, там сейчас UFC борется с этим, там пытается разработать новый дизайн перчаток, который будет загибать пальцы.
Но для борьбы они должны быть открыты. Ну, здесь, как говорится, стечение обстоятельств. Возможно, бой стоило продолжить, и спортивный врач проекта неправильно оценил состояние Михаила Козлетинова. Наш врач, опытный парень, Леша Рыжков, 3 года назад это был ботаник-фрик, который пришел ко мне драться в первый финал Стрелфайтер. Сейчас это реально человек, которому можно сказать, он не будет драться. Что касается глаза, Леша бы его не выпустил на бой. Леша знает, что делает. Эти слова подтверждает и сам Михаил Козлетинов. Итак, можно смело сказать, что в этом поединке нет победителя. Ведь несмотря на то, что Дмитрий Гадынский вышел в полуфинал, он не справился со своей главной задачей – показать красивый бой, чем явно разочаровал экспертов и зрителей. Жалко, что вот бой с Козлетиновым не сложился, вот, ну, не закончился именно по спортивному принципу. Вот случайно абсолютно тычок, и вот какое-то такое расстройство осталось из-за того, что не посмотрел ни одного, ни второго. Впрочем, у него еще есть возможность реабилитироваться в полуфинальном бою, где его соперником станет Максим Пугачев. Но сначала, в следующей серии проекта, вас ждет полуфинальный бой, где в ринге сойдутся Мариф Пираев по прозвищу Пиранья и Мухаммед Берхамов. Мариф – это тоже потенциальная звезда. Ну, он сейчас выступает, насколько я знаю, в промоушене Fight Night. Соперником Марифа станет надежда Республики Кабардино-Балкария – Мухаммед Берхамов. Мухаммед является практически лидером в своем весе. Если вы уже знаете, кто одержит победу в этом противостоянии, то следующая информация для вас. Друзья, если вы по какой-то причине еще не выиграли ни одного из спортивных призов, которые мы разыгрывали в предыдущих сериях, либо вы не участвовали, либо вам было неинтересно, либо участвовали, но не угадали, вот этот напиток – еще один шанс для вас. Замечательный Brain Tonic. Напиток, тонизирующий мозговую активность, стимулирующий мозги, заставляющий работать на полную мощность, на 120, на 200, на 500%. Все это вот в этой баночке. Мы разыгрываем не одну, не две, а 3. И не баночки, а вот такие вот коробочки. Друзья мои, можно стать вторым Эйнштейном, доказать теорему Ферма, выиграть $1 000 000. Все это благодаря вот этому напитку. Для этого вам нужно все очень просто. Зайти в группу ВКонтакте vk.com/spbfighters, либо на наш канал на YouTube SPB Fighters, и там назвать имя победителя и раунд, в котором мы узнаем этого победителя в следующей серии. Все просто. Если вам не просто, тогда просто возьмите, купите баночку тоника, выпейте, еще раз пересмотрите этот момент, и тогда уже сможете выиграть все 3 коробки. Все просто. Дерзайте. Желаю удачи. Are you ready?